Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Блондинка Жарит. Все вы знаете, наверное, что я не кушаю лактозу и очень хочется сгущенку. Обычную классную сгущенку, но не веганскую, не кокосовую, не соевую, а обычную из молока. Поэтому я сегодня буду готовить сгущенку из безлактозного молока. Погнали варить! Я беру сливки и молоко. Я сюда налью сливки и молоко, которое у меня осталось. У меня все без лактозы. И на глаз я буду высыпать сахар. Где-то в районе 400 грамм. Сахар хорошенько перемешиваю и довожу до кипения. Молоко начинает закипать, и я убавляю температуру. И вот таким образом я буду варить, пока смесь не приобретет кремовый цвет и не загустеет. Уже сгущенка варится полчаса, она уже поменяла цвет, стала кремовой, но пока жидкая, поэтому продолжаем выпаривать. Наша сгущенка приобретает уже такой насыщенно кремовый цвет, но доварить ее еще нужно минут 20. Моя сгущенка сварилась. Я ее процедила через сито, и когда она остынет, я вам покажу, какой консистенции она станет. Вот она у меня какая получилась цветом. Немножечко переварила, мне кажется, потому что она должна быть светлей. Такая консистенция. Вкусом я довольна. Я буду варить дубль 2. Не так сильно. Это у меня больше как вареный вариант такой, вареная сгущенка. Но я буду варить еще светлую сгущенку. Вкус просто как коровка. Вареная коровка. Ну, больше молочного вкуса, сливочного. Все-таки не так сильно переварила. Варить сгущенку оказалось не так сложно, как это пишут и пугают нас. Варить сгущенку легко, вкусно, качественно, быстро, безлактозная сгущенка. Дорогие мои, если вам нравится формат такого видео, подписывайтесь на меня, ставьте мне лайки, комментируйте. Я с вами прощаюсь. Пока-пока-пока-пока. Пишите в комментариях, что снимать.